Дорогие друзья, мы с командой уверены, что мало кто из сидящих здесь в зале бывал в Азове. И мы бы хотели пригласить вас на прогулку по нашему уютному городу. Из чего, как не с азовских клубов, начать нашу прогулку. Итак, случай на азовских дискотеках. Мало кто знает, что наш Азов окружает лесополосы. И именно в 90-е в этих лесополосах можно было увидеть такую картину. Копай! Здесь занято. Здесь копай. А здесь уже занято? Походу надо лес менять. Поехали, я знаю, там местечко, пойдете, там очень... А у нас по городу как-то слух ходил, что бывший официант устроился работать на заправку. Так, где этот не-то человек? Я вообще не знаю, спешу. Да-да, здравствуйте, здравствуйте. Так, не, полный бак, 95-го. Пока пью кофе, чтобы все было готово. Понял, морда? Морда понял. Все, давай, быстро. Недавно Азовскому донорскому клубу, пункту приема крови, исполнилось 20 лет. И так вот, одного почетного донора провожают на пенсию. Дорогие друзья, мы очень рады, что сегодня мы провожаем на пенсию нашего почетного донора Виктора Аркадьевича. Что, опять? Да нет, Виктор Аркадьевич, вы не поняли. Вам нужно сказать, что ему доброе, наше потомка. Чай не досахарили. Да какой чай, какой сахар, Виктор Степанович? Вы о чем? Чтобы запомнили навсегда. Да не ходите сюда. В азовских дворах можно наблюдать за тем, как резвятся дети. Владик, иди домой. Ну, мам, мы войнушки играем. Ну, я приготовила твои любимые пельмени. Не, ну, ребят. Война войной, обед по расписанию. А такую ситуацию можно было увидеть только в азовских моргах. Здравия желаю, капитан Иванов. Мы из военкомата. А здравствуйте, чем я вам помочь-то могу? А Иванов к вам поступал? А, ну, как бы заселился к нам вчера. Отлично, пойди проверь. Парнишка просто талант. Мы его уже месяц ловим, никак поймать не можем. Он и там прячется, и там. Я просто в шоке. Товарищ капитан, я его походу нашел. Но он действительно того. Да он притворяется, шмотри ему в ногу. Ты. Стой, стой! Это не он? Давай, гони на меня! Гони на меня его! Я думаю, с такой ситуацией сталкивались не только азовчане. Слышь, есть кури? На, возьми. Спасибо. Ребят, это уже наглость. Купите себе сигареты. Возьми. Парочку. Бери. Спасибо. На, блин. На. Слышь, что, есть сигареты? Это уже наглость. Купи себе сигареты. Я что, ларек или что? Чего ты на никотин ведешь? На, последнее. Спасибо. Так, 11-я, сели на места. Вопросы есть по домашнему заданию? Есть. Какие? Есть, вы. Да вы на стуле! Ну, вот
работе подошла к концу наша экскурсия по нашему городу Азову. Мы надеемся, что вам понравилось и ждем вас в гости. Ну, а приезжать к нам или нет, это уже вам решать. А с вами была команда КВН «Петровский бульвар». Спасибо за сезон.